Наша республика давно стала субъектом медицинского туризма России. В основном к нам приезжают за услугами косметологической хирургии и стоматологии. Теперь молва о качественной и доступной медицине дошла и до Европы. Майер Алшамхани прилетел из Великобритании. Сделать это ему посоветовали друзья из России. Я приезжаю уже во второй раз. В Дагестане лучшие стоматологи. Здесь высочайшее качество обслуживания и невероятно низкие цены по сравнению с Европой. Только представьте, установка только одного имплантата обходится среднему британцу от 200 до 500 тысяч, если говорить в рублях. В первый раз он приехал 2 года назад. Понравилось, решил вернуться и обратиться к хирургу Сапарче Магомедову за помощью. На этот раз ему понадобилось более серьезное хирургическое вмешательство. Его беспокоили последствия операции на брюшной полости, которую провели ранее в Лондоне. Дефект был устранен, а пациент доволен. Сегодня нас посетил мой пациент, которого ранее я оперировал по поводу достаточно сложной патологии хирургической. До меня оперировали, в общем-то, в Лондоне пациента. К сожалению, операция не увенчалась успехом, пришлось переделывать. Переделали мы ее видеоэндохирургическим доступом, проколами, что позволило максимально быстро реабилитировать пациента. И пациент остался очень доволен и изъявил желание увидеть те условия, которые мы располагаем в 3-й городской больнице, в нашем хирургическом отделении, с целью дальнейшего сотрудничества, привлечения пациентов к нам по линии как хирургической, так и по онкохирургической линии. Теперь Алшамхани задался целью пропагандировать лечение в Дагестане. Он признает, что привести своих британских друзей на юг России будет сложно. Мало кто из Соединенного Королевства решится на это. Но зато поездки на лечение в Дагестан будут крайне востребованы для жителей Ирака, откуда он, собственно, и родом. Он считает, что с Дагестаном можно плодотворно сотрудничать в медицинской области и готов приложить для этого все усилия. Ирак в данный момент нуждается во врачах. У нас очень много пациентов, но мало условий для лечения специалистов. Жители Ирака в основном ездят лечиться в Иорданию, в Иран, в Багдад. Теперь, надеюсь, я смогу подключить свои связи в министерство Ирака и показать нашим гражданам место с доступной медициной от наших братьев-мусульман в Дагестане. Руководство 3-й городской клинической больницы Махачкалы готово принять у себя заграничных пациентов. Здесь созданы современные и комфортные условия. А самое главное, в штате лечебного учреждения профессионалы высокого уровня и современное медицинское оборудование. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.